«Наполним музыкой сердца». По таким названиям в первый день весны прошло очередное мероприятие женского клуба. Проекта движения «Матери России Республики Дагестан» и ЦБС города Каспийска, созданная при поддержке Управления культуры города. Открыла встречу директор централизованной библиотеки Мадина Темирова. Она поприветствовала участниц и поздравила их с наступающим 8 марта. Мне очень отрадно, что именно в этот день, первый день весны, мы с вами здесь встречаемся в преддверии такого замечательного праздника 8 марта. Я хочу вам всем пожелать, чтобы весеннее настроение у вас было не только в преддверии этого праздника, а круглый год в вашей душе цвела весна. В рамках мероприятия прозвучал гимн женского клуба. Ведущие познакомили участниц с теоретической базой музыкотерапии, поделились рекомендациями по улучшению психоэмоционального состояния, секретами правильного дыхания и настройки голоса, а также были проведены мини-тренинги и выполнены психотерапевтические упражнения. Одним из главных источников является музыка. Ей дана сила заставлять наши сердца радоваться даже в тот момент, когда с нами не происходит ничего веселого и счастливого. Именно музыка открывает дверь в прекрасный мир красоты, света и благородства чувств. Из всех видов искусства именно музыка имеет наиболее широкое и наиболее давнее применение в лечении души, тела и создания благоприятной психологической атмосферы. Также была затронута тема эмоционального состояния и физического здоровья прекрасного пола. В качестве спикера по данному вопросу выступила предприниматель Тамила Загребина, после чего состоялся традиционный розыгрыш призов. Напомним, что женский клуб Каспийска стал излюбленным местом притяжения многих каспийчанок. Тут женщины наполняются энергией, обретают подруг, становятся счастливее. По словам руководства клуба, когда женщина счастлива, она преображается все вокруг себя и согревает мир своим теплом, а главное – свою семью и своих детей.